основная мотивация игры в баскетбол, я думаю, это сама игра. Я начал заниматься баскетболом с 9 лет. До баскетбола у меня было много попыток попасть в другие виды спорта. Все началось с плавания, потом американский футбол, волейбол. У меня родители волейболисты, и они меня как бы очень хотели отдать в волейбол, но мне это не понравилось. Так сложилось, что у отца был друг-волейболист, и у него сын тоже играл в баскетбол, и меня решили отдать в баскетбол. Мне сразу понравилось, и так все как-то стало у меня получаться. Ну, получилось. Все началось с «Динамо Москва». Нас забрали из Куйбышевской спортшколы в резерв «Динамо». Мы начали играть в Суперлиге, и постепенно нас начали подключать к основной команде. Но так как мы не получали много игрового времени, там мы играли по Суперлиге, и постепенно как бы игроков уже из дубля начали подключать другим командам, отдавать в аренды. Так началась баскетбольная профессиональная карьера. Я играл в «Динамо» в Москве, в «Химках», в «Цервене Звезде», в «Красноярске». Вот сейчас в Владивостоке. В уличный баскетбол я попал, опять же, с самого детства. Мой брат играл в уличный баскетбол. И я с ним постоянно как бы играли, ходили на площадку. И потом уже я начал принимать участие в турнирах, тоже с ребятами из команды. С Ильей Сыроватко мы играли. И до сих пор играем каждое лето. И я думаю, это еще будет долго продолжаться. Потому что уличный баскетбол сейчас набирает популярность. И, в принципе, я думаю, что в скором времени он станет как обычный баскетбол. Но сейчас я очень рад, что я оказался в «Спартаке». Здесь очень хорошая команда, все ребята дружелюбные. И у нас пока фу-фу-фу, все очень хорошо получается. Я думаю, что все лучше еще впереди будет. Да я думаю, что все чувствуют ответственность, кто выходит на площадку. Нет какого-то определенного игрока, который несет на себе вот это бремя. Я думаю, все 5 игроков равномерно отвечают за все, что делают на площадке. Я был знаком с тренером Расселом давно еще. Он был тренером в «Химках», в «Самаре». Мы постоянно с ним пересекались на играх, разговаривали. Ну, и тогда у меня складывалось о нем впечатление очень хорошее. Но сейчас еще лучше. Как бы я вижу то, что он настоящий профессиональный тренер. И я считаю, что для нашей молодой команды он идеально подходит. Я думаю, это, наоборот, скачок вверх, то, что я ничего не вижу здесь зазорного, плохого, то, что я играю в Суперлиге. Потому что Суперлига — это далеко вообще не слабая лига. Здесь очень много команд с очень такими неплохими игроками. Взять тот же Новосибирск, Сургут, там играют много игроков профессиональных, на таких высокого уровня. Я ничего не вижу такого, как бы, низкого в этой лиге. Как ни странно, то, что я москвич, но Владивосток очень красивый город. У меня как бы даже больше таких приятных впечатлений, чем этот Красноярск. Вот когда я приехал в Владивосток, и моя жена тоже самое говорит про это, то, что здесь как-то легче находиться, здесь посветлее, здесь город самый интересный, как бы все. Так, все здания, улицы, то есть вот эти все сопки, ну, интересно так довольно. С многими ребятами я был уже давно знаком, с Лешей Галиховым, с Ильей Сыроватком вообще с самого детства были вместе, Никита Моргунов. Но у нас сразу, как мы приехали на сборы, у нас сложились хорошие отношения, все общаемся, до сих пор все в раздевалке, все дружно, смеемся, ржем. Никаких конфликтов никогда, в принципе, не бывает. Если бывает, то сразу все решается. Ну, это как в любой команде, в принципе, думаю. Основная мотивация игры в баскетбол, я думаю, это сама игра, потому что это дело, я не знаю, как у любого человека есть какое-то занятие, которое ему нравится. Тому же программисту нравится писать программы, и он ловит от этого кайф. Я ловлю кайф то, что я играю, ты обыгрываешь кого-то, ты получаешь от этого кайф, и когда ты тренируешься на той же самой тренировке, ты понимаешь, что ты тренируешься для того, чтобы совершенствовать себя и так далее. И я думаю, что основная мотивация — это просто сама игра. Каждый раз, когда я приезжал в Владивосток, зал был полный, и на самом деле я редко встречал в других городах, что так люди болели за команду. Это всегда очень приятно, и это очень помогает на домашних играх. Критика со стороны людей всегда как бы рассматривается только в лучшую сторону, я думаю. В этом ничего нет плохого.
чем больше критики, тем лучше. Социальная составляющая клуба – это очень хорошо. Чем больше клуб продвигает баскетбол в Владивостоке для детей, то есть дети заинтересовываются больше и больше. Я знаю, Рой Джонс приезжал, и я думаю, то, что это для детей было вообще как бы полный восторг увидеть такую звезду перед собой. И я думаю, они даже, наверное, не надеялись его увидеть никогда. Я думаю, это очень здорово. И чем больше таких, я думаю, будет мероприятий, тем лучше. Любой человек хотел бы быть примером для детей. В данный момент у меня мечта в баскетболе – это найти свою команду, в которой я буду как чувствовать себя как дома. У меня нет каких-то заоблачной мечты там играть в НБА. И, ну, никогда, в принципе, не было. Я как бы понимал, что надо брать то, что есть, как бы, и что может быть. Но я старался, конечно, как бы выйти всегда на какой-то более высокий уровень, но в данный момент я вот хочу найти свою команду, где я смогу себя показать во всей красе. Я надеюсь, что будет так, потому что в предыдущих командах у меня как-то не очень складывалось, я не знаю почему. Может, просто так. Ну, бывает такое, что игроку как бы в одном городе у него одно настроение, одна игра, а потом на следующий сезон он приезжает в другую команду и показывает совершенно другой баскетбол. Спартак Приморья для меня сейчас это, я думаю, семья, в которую я попал, и я этому очень рад. Это одна большая дружная семья, в которой, в принципе, я так раньше и, ну, сейчас вот именно есть такое ощущение вот этой сплоченности, которой раньше не было. Конечно, не хочу сглазить, но на данный момент вот это впечатление такое, оно складывается.